Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем смотреть переиздание ставшего классическим альбома Уильяма Эгглстона «William Eggleston Guide». Размер альбома 23,5 см по вертикали и 24,5 см по горизонтали. Твердая обложка обшита тонким дермантином. Качество печати не восхитительное, но достаточное, чтобы ознакомиться с творчеством фотографа. Издатель уверяет, что заново выполнил цветоделение оригинальных слайдов в соответствии с пожеланиями Уильяма Эгглстона. Фотографии предваряет длинное предисловие Джона Шарковски, знаменитого директора по фотографии Нью-Йоркского музея современного искусства. Шарковски однажды услышал от Эгглстона, что предметы, изображенные на фотографиях, не более чем предлог для создания цветных изображений. Шарковски этому не поверил, однако допустил, что такая позиция может содержать преимущество, даже если является позой. Шарковски называет Эгглстона романтиком, но не тем романтиком, который эксплуатирует социальные проблемы с помощью специальных изобразительных эффектов, как то яркий свет или тень, драматическая простота, общеупотребительные символы. Шарковски отмечает, что Эгглстон демонстрирует очень личный опыт, сдержанный и аскетичный. Это не те фотографии, которые можно было бы использовать в качестве доказательства в суде. Его работы кажутся не более интересными, чем те, что есть в наших семейных альбомах. Именно поэтому они заставляют нас верить в изображенные предметы и людей, заключает Шарковски. Наслаждаемся.